Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Агабешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Не дадим убить курорт. Сочинцы вышли на митинг против незаконного строительства. 15 лет на троих. Сегодня Центральный районный суд Сочи вынес приговор застройщикам, которые продавали несуществующие квартиры на курорте. «Служу Отечеству». Начался весенний призыв граждан на военную службу. Ряды российской армии пополнят 500 сочинцев. Тигр с араксом на площади Зимнего. Росгвардейцы отметили профессиональный праздник, а сочинцы познакомились с образцами современного вооружения и специальной техникой военнослужащих. Местные жители, экологи, активисты общественных организаций, правозащитники вышли на митинг в Сочи. Он был посвящен проблеме застройки курорта незаконными объектами. Не дадим убить курорт, городу нужны парки и скверы, хватит плодить обманутых дольщиков. С такими плакатами неравнодушные сочинцы вышли на митинг. Он прошел в парке Победы в Хосте. Говорили о проблемах обманутых покупателей и дольщиков. Много слов было сказано в адрес надзорных и правоохранительных органов, а также застройщиков, которые, по словам митингующих, убивают курорт незаконными постройками и оставляют покупателей ни с чем. Более того, отмечают активисты, сомнительного качества постройки вредят экологии. Школы и детсады в микрорайонах, застроенных объектами самовольного строительства, переполнены. Коммуникации и инженерные сети с трудом справляются с нагрузкой, которая не рассчитана на такое количество новостроек. Сделали Некрасовку. На Некрасовку тоже заложили свои канализации, свои сети, но пошли 5-7-этажки. Эти 5-7-этажки врезаются в эту канализацию. И что? И первая улица Некрасовки начинает тонуть в канализации. Нельзя просто заложить 3 копейки, взять 3 рубля, развернуться, уехать, забрать прибыль. Мы останемся без света, мы останемся без воды, канализации не хватает. Митинг организовали и против недобросовестных риэлторов, которые, как говорят сочинцы, вводят людей в заблуждение и тоже виноваты в том, что обманутые покупатели в Сочи существуют как таковые. Риэлторы не должны продавать жилье, которое является воздух. И продают воздух. Если разрешение на 3 этажа вы продаете 5-6, то вы продаете воздух. И когда человек покупает этот воздух, он должен понимать, что с этим воздухом можешь остаться. В завершении митинга его участники обратились к властям всех уровней с требованием исполнить решение судов о сносе самостроев и привлечь к ответственности всех виновных в том, что такие незаконные объекты появились на курорте. Почти 25 лет лишения свободы разделили между собой подельники, продававшие квартиры в трех районах Сочи. Речь идет о реализации жилых помещений в многоквартирных домах с условным наименованием «Марсель», «Роза ветров» и на Курортном проспекте. Сегодня в Сочи завершили судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Александра Баженова, Ишхана Закаряна и Андрея Белькевича. Земельные участки, на которых обвиняемые создали видимость строительства многоквартирных жилых домов, находятся на Курортном проспекте в селе Верхнее Веселое на улице Черновицкая и в центре города на переулке Виноградный 1. Все они относятся к категории земель, предназначенных для ИЖС. Не меняя вида разрешенного использования земельных участков, не оформив разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, а также не обладая проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, Баженов, Закарян и Белькевич начали продавать квартиры в несуществующих домах, тем самым совершили мошенничество в крупном и особо крупном размере. От преступных действий пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Сумма ущерба каждого из потерпевших составила от 630 тысяч рублей до 2,5 миллионов. Сегодня Центральный районный суд Сочи, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинением, вынес злоумышленникам приговор. Суд с учетом государственного обвинения и потерпевших по уголовному делу назначил Баженову наказание в виде 10 лет лишения свободы, Белькевичу наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы и непосредственно Закаряну в виде 5 лет лишения свободы. Вопросы самовольного строения в Сочи жестко пресекаются, а неотвратимость наказания за совершенное преступление, как показывает практика, отбивает охоту наживаться на незаконном строительстве. Курортный перерыв. На Кубани запретят ремонт дорог на федеральных трассах в летний сезон. Об этом сегодня на краевом планерном совещании говорил губернатор Вениамин Кондратьев. Также глава региона отметил, что на участках в сторону побережья не должно быть реверсивного движения. Основная задача – не допустить на трассах, ведущих к морю, пробки. В курортный сезон, еще раз подчеркиваю, даже
работа ночью, она ни к чему хорошему не приведет, потому что поток настолько интенсивен отдыхающих, что едут и рано-рано утром, и поздно-поздно ночью. Поэтому, в принципе, для работы, для ремонта дороги времени никак в течение суток не остается. Даже ночью, еще раз подчеркиваю. Как и в прошлом году, 1 июня мы завершаем ремонт любых дорог, потому что мы входим в курортный сезон. Реверс исключен по определению. И мы должны оставить двустороннее движение, понятно, до осени, когда курортный сезон пройдет, и тогда уже опять приступить к дальнейшему ремонту. Тема дорог стала основной на планерном совещании. Говорили также о работе регионального дорожного фонда. В этом году его объем составляет почти 32 миллиарда рублей. Большую часть этих денег направят на содержание региональных участков. И почти 10 миллиардов рублей выделят на дороги местного значения. Любая инициатива бизнесменов по развитию сферы торговли на курорте будет безотлагательно поддержана городскими властями. Глава города принял участие в работе Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Анатолий Пахомов сразу закрепил внесенные предложения соответствующими распоряжениями. По оценкам полиции, 600 тысяч постоянно проживающих в городе людей, 150 тысяч человек не местные. И это обстоятельство мешает трудоустройству коренных сочинцев. Они работают в казино теперь в полном объеме, там местных вообще никого нет. Живут в гаражах, но у них есть детки. Детки пошли в школу, и в наших детских, и наши детские сады, и у нас детские сады переполнены. Почему это произошло? Потому что есть рабочие места. А рабочие места должны были быть заняты нашими жителями. Так, город готов предоставить возможность предпринимателям работать в торговых точках у моря, но только при условии гарантии трудоустройства местного населения. И вместе с тем категорически возражает против передачи ларьков в субаренду. До этой встречи оставался нерешенным вопрос о смене видов деятельности торговых объектов. Исторически сложилось так, что в стационарных торговых точках предприниматели сами выбирали свое место на рынке услуг. Например, в деле реализации продуктов питания. А получив разрешение на этот вид деятельности, оказались уже не в праве его менять, скажем, на оказание бытовых услуг населению. Предложения были такие о том, что, значит, есть схема размещения, которую вы, город, городская администрация, подаете в край, вот, и там это забито. Но надо написать, определить, что это не стационарный торговый объект, объектом показания услуг населению. Чтобы сократить бюрократическую переписку, глава города распорядился в ближайшее время внести новые формулировки в соответствующее городское постановление. Диалог продолжила тема повышения ставок земельного налога с ИЖС, которые частично используются как объекты розничной торговли или гостевого хозяйства. В итоге пришли к согласию о том, что необходимо выработать механизм реализации закона, позволяющего устанавливать двойное целевое назначение земельного участка, используемое в малом предпринимательстве. Помощь вот какая. Мы, торгово-промышленная палата, готовы уже начинать проводить семинары с предпринимательской средой, проводить семинары и рассказывать, как действовать хотя бы в рамках разрешенного вида деятельности. Этому может способствовать и реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и развитие института наставничества в Краснодарском крае. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. С 1 апреля в России на 2% увеличился размер социальных пенсий. Благодаря индексации повысится уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов российских пенсионеров, среди которых более 3 миллионов человек – это получатели социальных пенсий. В итоге сегодняшнего дня средний размер социальной пенсии увеличился на 182 рубля, теперь он составляет 9266 рублей. Таким образом, социальные выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства первой группы выросли на 268 и 270 рублей соответственно. Кроме того, апрельское повышение касается военных, проходивших службу по призыву, космонавтов, блокадников, пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф участников Великой Отечественной войны. Напомню, что с 1 января повысились страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5%, что примерно вдвое больше инфляции. В Сочи начался весенний призыв граждан на военную службу. Ряды российской армии в ближайшее время пополнят порядка 500 жителей курорта. Отправлять призывников в места несения службы начнут с 15 апреля. А пока ребята проходят комиссию на предмет годности или предоставления отсрочки. Всего через Сочинский военный комиссариат этой весной пройдут 4000 юношей призывного возраста. На военный комиссариат города Сочи возложено задание отправить вооруженные силы Российской Федерации более 500 человек.
Из них специалистов более 100, которые получили воинскую специальность по линии ДОСААФ и гражданских вузов. Это повара, те же водители, те же механики. Военный комиссариат Сочи, а также жители Сочи уже третий раз будут призваны в президентский полк. В нынешней весенней кампании начинает действовать ряд изменений. Так вступает в силу подписанный президентом России закон о дополнительной отсрочке от призыва для обучения граждан по программам среднего профобразования и магистратуры. Кроме того, теперь призывники смогут состоять на учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Таким образом, иногородним призывникам не придется уезжать из Сочи, чтобы пройти комиссию или, например, получить отсрочку на обучение. Я знаю, что на хорошую профессию, если ты не сходил в армию, то тебя не берут никуда практически. Или берут на маленькую должность, которая вообще не нужна. Так что, мне кажется, армию надо пройти, чтобы просто потом жить нормально. Отслужу в армии, вот хочу по контракту пойти, гордиться своей родиной и защищать свою родину, конечно, обязательно. В сочинском военкомате отмечают, в целом престиж службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации продолжает расти. Год от года число уклоняющихся от службы снижается. Этой весной для прохождения службы в рядах вооруженных сил страны призовут 135 тысяч россиян. Ольга Десятова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. Апреля в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем 9-11 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз». Торговая галерея напротив «Агропрома». Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив «Агропрома». За их идеями «Будущее края» в Краснодаре состоялось собрание Совета молодых депутатов в Кубани. Организации уже 14 лет, и за это время многие инициативы были учтены в реальных законопроектах. Сегодня молодые депутаты озвучивали свои предложения, а старшие наставники оценивали их. С начинающими законотворцами встретился и губернатор Краснодарского края. Что волнует сейчас молодежь региона, расскажут наши краснодарские коллеги. Довольно просто после уроков. Вот и все. Уроки можно и ночью иногда сделать. Ему всего 17, а он уже депутат. Азы законотворческой деятельности Игорь Сергеев познает, как говорится, в свободное от учебы время. Он входит в Совет молодых депутатов Кубани. У себя в Кореновском районе занимается реализацией социальных проектов. От помощи ветеранам до создания спортивных площадок. Но есть и более глобальные инициативы, которые молодой человек со своими коллегами намерен озвучить в законодательном собрании края. В планах уже активно реализуется идея о том, чтобы запретить рекламу безалкогольного пива. Вообще не на территории только Краснодарского края, а вообще в принципе. Потому что интерес молодежи к самому алкоголю начинается с того, что они просто хотят что-то попробовать. Раз уж мы когда-то в государстве подняли инициативу о том, что нужно вести здоровый образ жизни, то уж его нужно вести и пропагандировать правильно. Им всем не больше 35. У каждого из этих парней и девушек идеи о том, как сделать жизнь у себя в районе, станице или поселке лучше. Свои наработки сегодня они представили на собрании Совета молодых депутатов Кубани. Среди наиболее актуальных тем – вопросы образования, трудоустройства и социальной поддержки. Инициативные, перспективные, что самое важное, неравнодушные. Сегодня здесь собрались больше 1500 молодых депутатов Кубани. Каждый со своими проектами и предложениями. Все то, что сейчас волнует молодежь. Я считаю, что молодежь должна знать свои права. Поэтому наш проект – правовое просвещение молодежи. А мы в Красноармейском районе проводим проект «От сердца к сердцу». Занимаемся детьми с особенностями развития.
те, которые находятся на домашнем обучении. Совет молодых депутатов в Краснодарском крае появился одним из первых в России. Организация существует уже 14 лет. Основная задача – дать возможность молодежи реализовать свои идеи в прямом диалоге с властью. Только в 2017 году в проектах законов и постановлений кубанского парламента учтено 76 предложений младших коллег. Это в том числе отличная управленческая школа. А в крае сегодня спрос на перспективные кадры, обратился к залу губернатор Вениамин Кондратьев. Вы и есть будущее нашего края. Вам через 10, 15, 20 лет, а может быть и раньше, предстоит принимать очень сложные управленческие решения. И не просто принимать, а нести за них ответственность. И принципиально важно, что сегодня многие из вас, именно молодые депутаты, молодые политики, начали свой жизненный старт с районов, станиц, хуторов, там, где реально живут люди, и там, где конкретно они каждый день сталкиваются с проблемами людей. Вы научитесь по-другому чувствовать ситуацию, по-другому будете ощущать ответственность, когда будете занимать те или иные должности, потому что всю жизнь перед вами будут руки и глаза сегодняшних ваших односельчан, которые рядом, подвести невозможно. Многие из тех, кто входили в состав Совета молодых депутатов, сейчас занимают высокие руководящие посты. Только главами районов стали 8 человек. Но власть – это не сама цель. Главное – работать на результат, напоминают участникам съезда их старшие наставники. Каждая из этих побед – это результат совместного труда. К нему в немалой степени причастны и муниципальные органы власти, и ваши старшие товарищи из профильных комитетов законодательного собрания края, и ваши избиратели, принимавшие активное участие в тех проектах, за которые вы получаете награды. Именно так во взаимодействии нам необходимо строить нашу работу, в особенности сейчас, когда перед всей страной стоят новые масштабные прорывные задачи, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию, в майском указе и нашей краевой стратегии 2030. Здесь, в этом зале, собрался цвет молодежи Кубани. К вам относятся с уважением и надеждой те, кто сегодня во власти. Вы, Краснодарский край, получаете в свое распоряжение вот таким от старших поколений. И мы все уверены и надеемся на то, что вы сможете сохранить и приумножить славу Краснодарского края. Самые интересные предложения юношей и девушек в дальнейшем вполне могут лечь в основу реальных законопроектов, уверен глава региона. Совет должен быть советом. Сюда вы должны вносить на обсуждение определенные проблемы, которые сегодня стоят перед молодежью, перед тем или иным районом, в котором вы живете. То, что сегодня максимально волнует и требует разрешения. Ребята, да, говорят грамотно, настолько грамотно, что мы в интернет даже смотрели значение некоторых слов. Поэтому я надеюсь, что следующий съезд, совет, форум, как угодно его можно назвать, будет живым и по-настоящему молодым. И он вам явно запомнится именно таким форматом. После деловой части съезда, когда были рассмотрены все вопросы повестки, Вениамин Кондратьев попросил делегатов задержаться. И напомнил, что сегодня, в день собрания совета, еще одно знаковое событие. День рождения человека, который 14 лет назад и основал эту организацию. У этого человека сегодня юбилей. Я не хочу говорить возраст, это не совсем правильно. Главное, насколько человек себя чувствует. Вот этот человек много сделал не только для того, чтобы мы сегодня с вами собрались в этом зале, чтобы был съезд, совет молодых депутатов, тех молодых управленцев. В целом, чтобы экономика Кубани сегодня развивалась, чтобы Кубань жила, процветала, чтобы уровень благосостояния жителей рос. Он сделал все и даже больше. Он сегодня является тем человеком, которому можно смело подражать. Сегодня юбилей у Владимира Андреевича Бекетова. Я хочу его с этим поздравить, с этой сцены. Члена Совета Федерации и бывшего председателя законодательного собрания Кубани, который возглавлял парламент почти 22 года, молодые депутаты приветствовали стоя. Для них это лучший пример для подражания. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.
Показательное выступление, торжественный марш и громкие выстрелы на площади Зимнего театра. Там прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню войск Национальной гвардии России. Смирно! Равнина! Лево! Мероприятие, посвященное Дню войск Национальной гвардии России, началось с торжественного построения. Росгвардейцев приветствовали власти курорта, духовенство, ветераны войск правопорядка, руководители силовых структур, жители Сочи. Вы участвуете в охране общественного порядка, обеспечиваете покой и безопасность наших граждан. Хочу выразить вам огромную благодарность и признательность за неоценимую помощь, которую вы оказываете городу Сочи при проведении многочисленных культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий. Отличившимся сотрудникам и военнослужащим Росгвардии за добросовестное выполнение служебных обязанностей вручили медали, нагрудные знаки, знаки отличия, благодарности и почетные грамоты. В 2018 году в Сочи прошло более 800 мероприятий, все без происшествий. По оценке экспертов, Сочи входит в пятерку самых безопасных городов России. Изъято порядка 755 единиц оружия за различные нарушения. Выявлено 42 преступления. Пресечено 11 тысяч административных правонарушений. Времен Великой Отечественной снарядов порядка 6 килограмм уничтожено. Военнослужащие Росгвардии продемонстрировали мастерство и навыки ведения рукопашного боя. Сотрудники сочинского ОМОН и вневедомственной охраны показали примеры условного задержания и обезвреживания злоумышленников, захвативших автобус. В таких ситуациях применяется бронированный автомобиль «Тигр» и специальный передвижной комплекс «Аракс», предназначенный для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов. Росгвардейцы всегда готовы выполнять ответственные задания. Такова их работа – в ежедневном режиме охранять общественный порядок, обеспечивать покой и безопасность Сочи и гостей курорта. Труд, который всегда сопряжен с опасностью и риском. Сочинцы на театральной площади познакомились с образцами современного вооружения и специальной техникой Росгвардии. Завершилось мероприятие концертом ансамбля песни и пляски имени Дзержинского в Зимнем театре. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи завершился форум «Спорт Коннект 2019». Он проходил в городе два дня. В первый на базе Российского международного олимпийского университета, во второй на горном курорте «Роза Хутор». Главная задача форума – обмен опытом в области спортивного менеджмента. Организатором мероприятия, которое объединило более 300 участников, уже четвертый год подряд выступает группа «Интеррос» Владимира Потанина. Юрий Дудь и Евгений Савин – эти имена сегодня известны далеко за пределами мира спорта. Они заработали неплохие гонорары и миллионы просмотров на своих YouTube-каналах. Дудь и Савин, а также известные российские спортсмены, а ныне бизнесмены, открыли первый день форума «Спорт Коннект». Спикеры рассказали, как реализовать себя за пределами спортивной карьеры. Форум открылся в Российском международном олимпийском университете. Сегодня это известная в мире кузница спортивных менеджеров. Цель форума – собрать на одной площадке неравнодушных спортивных менеджеров, которые могут обменяться друг с другом опытом и которые могут почерпнуть что-то полезное для себя и понести это в свою практику. Форум «Спорт Коннект» – это коммуникационная площадка для профессионалов из различных областей спортиндустрии. Это маркетологи, журналисты и представители спортивных федераций и объектов. Форум проводится в четвертый раз. Впервые его партнером стал курорт «Роза Хутор». Курорт на сегодняшний момент является круглогодичным. Мы активно развиваем экологический туризм. Работаем сейчас над созданием туристических маршрутов, что было в свое время очень востребовано, но какое-то время было утрачено. Сейчас мы активно стремимся это развивать. Второй день форума прошел в Красной Поляне. Его участники познакомились с инфраструктурой курорта. Это гостиницы, лыжные трассы или, например, вот такой фитнес-клуб «Роза» с видом на заснеженные горы. Сегодня этот горный курорт – один из ярких примеров эффективного управления туристическим и спортивным объектом. Шестой год идет, да, после Олимпиады, поэтому все это время мы движемся, мы проводим большое количество спортивных соревнований. Мы смогли найти себя, и у нас получается проводить и соревнования, и работать курортом. Поэтому это важно. Это важно, мы готовы поделиться, как это делать эффективно. Главная задача форума – обмен опытом в области спортивного менеджмента. Это яркие кейсы и лучшие практики. Два дня, 20 спикеров, более 300 участников. Таковы итоги четвертого «Спорт-коннекта». Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинский институт РУДН провел день открытых дверей. Познакомиться с образовательной деятельностью вуза пришли сотни абитуриентов, выпускники не только сочинских школ, но и из других регионов.
Сочинский институт РУДН – узнаваемый бренд в Краснодарском крае, который предлагает абитуриентам только востребованные направления подготовки и специальности. Здесь можно получить не только среднее профессиональное и высшее образование, но и продолжить обучение в магистратуре, повысить свою квалификацию или освоить дополнительную профессию. Я хочу учиться в топовом вузе, достаточно известном. Здесь огромный спектр внеурочных занятий, различные факультеты, которые действительно востребованы сейчас на данный момент, и есть перспектива развиваться. На дне открытых дверей побывали абитуриенты не только из Сочи и Краснодарского края. Получить образование в Сочинском институте РУДН хотят выпускники школ Хабаровска, Уфы, Воронежа и Москвы. А все потому, что у студентов этого вуза есть уникальная возможность получить диплом международного образца. Перевод диплома, обоснование диплома – это есть у РУДН. Буквально 4-5 вузов имеет страны, в том числе и РУДН. Все остальное еще доказывайте свой диплом. Неважно, где, в каком городе получены. Вот это тоже позиция столбовая. Сочинский институт РУДН – это практикоориентированное обучение, международные образовательные проекты, высокое качество профессорско-преподавательского состава, а также индивидуальный подход к работе с каждым студентом. На площадке института ежегодно проводятся чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям. Его участники подготовили для гостей небольшие презентации по флористике, прикладной информатике и ресторанному сервису, а учащиеся сотой школы совместно со студентами отделения среднего профессионального образования провели мастер-класс по поварскому делу. Кстати, в этом году команда заняла второе место в профессиональном конкурсе. Преподаватели РУДН занимаются с нами по субботам и очень многому научили нашу группу. Мы художественным оформлением занимались, блюда, чему-то большему научили в качестве выбора продуктов, в качестве подбора компонентов для блюда. Посетив Сочинский институт РУДН, многие абитуриенты поняли, что этот вуз откроет для них массу перспектив и достойное будущее. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. Семейный фестиваль «Лучики надежды» состоялся на станции юных техников для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель – привлечь детей-инвалидов к занятиям в учреждениях дополнительного образования. Запустить самолет, собрать ракету, отправить в плавание корабль – все это было предложено детям, которых родители впервые привели на станцию юных техников. А здесь занимаются 700 школьников. У их педагогов появилось желание пригласить в кружки детей с ограниченными возможностями здоровья. Первое знакомство началось с семейного фестиваля «Лучики надежды». Мы тесно общаемся с центром «Инклюзия Сочи», и возникла идея провести для этих детей праздник. Дети достаточно замкнуты. Чаще всего они сидят дома, не посещают даже образовательные учреждения, многие из них. И хотелось внести капельку солнышка в их жизнь, устроить для них вот такое мероприятие. Все направления, которые реализуются на станции юных техников, показали детям и пригласили на занятия. Родители заинтересовались. В Сочи это единственное учреждение дополнительного образования, где можно заниматься авиамоделированием, судомоделированием, ракетостроением, робототехникой, радиосвязью, 3D-моделированием и программированием. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Билайн на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи ФКТ» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.